Ну, короче, чтоб ты понимал, вот так вот будет видно хорошо. Их вообще использовать нельзя. Они вообще, он как пельмени, блин, надутые. Вот так видно? Вот так хорошо видно, блядь. Греются. Как они у нее, блин, вообще не рванули, блядь. Просто пипец, блин. Вот такие вот пельмени, блин. А ты говоришь. Вот что значит в холод. Пытались заряжать гелевый тяговый аккумулятор. И не отстояли его до комнатной температуры. Вот такой вот получается. Потом они греются. Потом они выходят из строя. Они держат почему-то. Приехали зимой там или по-холодному покатались. Приехали. Почему-то не работает. Почему? Странно. Да он изначально был такой. С узором. Красивый и рифленый. Так, ресурс 5%, заряд 100. Замените АКБ. Внутреннее сопротивление 41,76. Так. Распечатать. Так. Теперь очищаем и подкидываем второй. Ресурс 4, 44,92, замените от ПБ. Что неудивительно. Так. Теперь здесь печатаем данные. Печать.